Ничего, давайте старше. Сажимся. Слава Своей Силы и Святым Духом и Песням, которые посетают Троицу, помимо Господа, Чистого и Помощи. Вы будете прости беззаконие наше. Святые посети и сравнующие наши руки, помимо Господа, помимо Господа, помимо Господа, помимо. Слава Своей Силы и Святым Духом и Песням, которые посетают Троицу, помимо нашей жизни, и нами без обесетить сильного проекта, и царства, которые выходят от нами без обзора. Лет наше сущно, дальше мы со славным Богом нашим, помимо славян Богом нашим. Иди нас в искушение, не избави нас от этого, но я потерял царство, силу и славу Отца Сына и Святого Духа, и Иисуса, руки вокруг помимо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами причисти со Матери всех святых, помилуй и спаси нас, Господи, дай совет и беседу. Господи, смягчи сердца наших, чтобы нам, Господи, вере и согласие ограничить это дело. Будь милости, Господи, Тебе слава, руки вокруг помимо. Аминь. Разрешите, пройдите. А он же двигается еще. Громче говорю, то, чтобы я слышал. А. Я говорю, что сидеть, молчать. Ну пусть расскажет, как все было. Приехал. Дальше. Ну так вы распределите свои роли, ты говорите, чтобы я тоже знал, что вообще пошли. А что сидеть-то? Не, ну я первый начинаю. А? Погромче, я первый начинаю. Ну конечно. В прошлом году на Пасху я сюда приехал, на праздник Пасхи. Еще в Барнауле я жил в это время. Уже решил сюда переехать. Вот, после праздника Пасхи я сюда пришел, батюшка с матушкой, они были вместе. И рассказал им свое решение, что я хочу переехать в деревню Потеряевку. И именно на тот участок, где жил с бабушкой, самый первый детдом. Ну, это один момент, а второй то, что получается деревня, одна улица, и все, так скажем, козырные участки, они просто заброшены, ну, оказались в силу некоторых факторов. Поэтому восстановить тот данный участок тоже как один из планов. Насчет, сказали, что никаких документов нету, ничего не оформлено, то есть как, ну как пустая земля, вот так. Разговор так и шел. То есть я шел на ничью землю, со спокойной совестью. Построился, еще только вот до этого момента, там, не дострой еще. А тут оказывается, что земля Людмилы Ивановны, и мало того, что земля, она и в доме в этом прописана. Дом 13. С 96-го или с 99-го года, я уж не помню. Ну и вот, и она сейчас оформляет землю.
Ну и понятное дело, что делит этот участок, ограду, ну и в общем вся эта усадьба там, получается, от нее ничего не остается. То есть, если я бы изначально был бы, ну, сказал бы Людмила Ивановна, вот ты заезжай, но вот имею в виду, я тут прописан, там вот и земля моя, то есть как бы тут уже по-другому было бы. Потому что место-то есть, где построится, земли-то навалом. Я мог бы начать совсем на другом участке. Конечно, никакой здравомыслящий человек, если бы ему сказали, что земля уже оформлена, там прописаны, все прочее, да кто бы стал бы там. А сказали, в общем, все, что да, земля, все свободно, ничейно, все, пожалуйста, стройся. Документов ничего нет, все. Людмила Ивановна тоже то же самое сказала, что все, ничья земля. Это уже, значит, замешано на лжи с самого начала. Как это так может быть? Это самая натуральная подлость. Потому что разве он бы строился, что действительно, он просто из-за чего там хотел? Что хотел в дальнейшем завести пчел, ближе к лесу, там как бы пасеку развести и все прочее. Но получилось так, что теперь все, теперь какая может быть? Там и вот моя точка зрения, то есть там уже невозможно будет жить. Как это? Вот ты начинаешь там делить все. Молодой человек пришел, сейчас вот. Молодой человек приехал жить, он построился, все. И вот это вот главная основа, что если бы сказали бы, нет, там земля занята, все, все, разговора не было бы, ничего бы, пожалуйста. Ну что, против, что ли? Земли-то море. Ну неужели земли мало? Действительно, среди поля живем, и земли мало. Ну а теперь приходится, а раз так, какой, там уже все. А теперь мы решили так, мирно, тихо, по-мирному съехать. Вот и все, и весь расклад. Весь расклад, все, там потому что жить это с такой непостоянной и лживой, нет, ну, извините за выражение, то же самое. Это нет. Ложь на лжи. Ну а поэтому дальше потом стало как накручиваться один на один, то есть у меня с Людмилой Ивановной стали конфликты происходить. Ну, естественно. Я все не мог понять, думаю, как, что, почему. Ну а вот сейчас я, то есть все это сложилось, то есть она-то вела себя как хозяйка, по факту, ну понятное дело, а как еще хозяйка? А я себя вел как хозяин, как будущий, ну и естественно, ну кто там? На один участок два хозяина. Естественно, конфликты будут. Да. Даже бы, когда было уже после, сказала бы, земля моя, она оформлена, документы есть, это точно, все. То есть, вот это, ты даже сначала это не говорил, потом уже, вот когда-то тут уже... Да, когда он уже завозился, я сказала, Иосиф, у меня есть документ. Ну, у нас же не больные головы, ну, понимаете, вот сейчас бы в ограду к нам начал кто-то селиться. Ну это глупо. Ты сказала, Иосиф, у меня документ. А ты сидела, и у тебя документ был в кармане. И молчал. Ну кто бы? Ну что, что документы плохие лежали, я даже не знала. Да глупость. Глупость. Не надо глупость. 10 лет и ты не знала. Они бы сейчас лежали в архиве. Батюшки не знал, и ты не знала. Ну вот и все. Вот ты вспоминаешь, ты знала прекрасно. Мы бы даже бы не стали, Люда, зачем? Земли-то море. Море, Сибирь. В степи столкнулись два человека. Но мы-то по незнанию. Мы-то по незнанию. Теперь просто мы тихо, мирно съезжаем. И все, весь расклад. У нас сейчас... Кто недоволен? Чем? Вариант такой. Сейчас мы его разбираем аккуратно. Аккуратно. И перевозим, и переносим в другое место. Все. И все, и все, мирно живем дальше. Разобрать можно. На шурупах, это на гвоздях дело другое, а она... Это же на саморезах. Что, на саморезах, это мы выкрутим, так все. Да, затрачено время... А даже ни скотину не загнать, ни сарай не построить, уже забрали. Вот, средства тоже, все это, знаете, конечно, все это неприятно, абсолютно. Все это не оформлено. Он приехал оформлять, этот мужчина. А вы вышли, Валентина, и сказали, она неадекватна, она ненормальная. Я не сказала, я не говорила ненормальная, я сказала, человек неадекватный. Вот я так и сказала. Но ты ее начала оформлять, а он не оформил, значит, твое все. Люда, нет. Не надо дальше, дальше не нет. Надо даже не объяснять. Как? Документ у тебя со второго года в кармане лежал. Все. Ты 10 лет прописана, 10 лет и более дом твой. Он сейчас автоматически переходит к дому ее. Я говорю, только сказала, говорю, этот дом строила полстраны. Да, мы да, все деньги твои были, но люди были его. Но меня это не волнует. Когда но я просто вот так сказала. Там эти что на, я сказала? Формочки, вот так я не показывала. Все. Я сказала, человек неадекватный. Ну и что? А что это ты бы самокритически подошла бы к себе? Ну? И действительно, скажи, что сама бы задалась вопрос.
Что я делаю, действительно? Ну зачем мне это зачем? Нужно? Тебе 77 лет или сколько там, да? Вот. И что, все тебе мало? Или я не понимаю сейчас этого? Сейчас подумали, она сказала... Мне так, уже ничего не надо. Юрист говорит, можете мирно, дарственно или куб в продаже. Дарственно надо платок, ой, налог платить. У нее племянники. Покупать, что покупать? Дом в аварийном состоянии. Что покупать, землю? Ну это глупо. Ее вон, до тетки Пелагеи, бери сколько хочешь. Там куча людей. Поэтому мы решили мирно, тихо, ладно, съехать. Все. Так, кто что недоволен, высказывайте, и мы по домам. Никого мы... Все, не будем стеснять ее, пусть как да, хочет, там еще все. Земля и дело, со второго года, ни один суд, ничего ты не делаешь. Да мы и не будем. Нам да, просто нам смешно это из-за земли будет. Ну. Мы тихо, мирно съедем. Там у них по документам, не знаю, когда и где их подавали, вот, ну, как она говорит, вот это... Значит, там 40 соток у тебя. Где они 40? Я думаю, какие границы? В каких границах 40? И тебе обязательно надо вот сюда, где Иосиф обязательно ну, здесь. Володя, все. Ну ладно, земля это все. Разговора уже, нет. Я уже разговор все. Не буду вести, все. Потому, суд, ни один суд не возьмет. Юрист приезжал оформлять. Ну я и говорю, все, все. Она сказала, я бы, говорит, рада, но ничем, говорит. Машина запущена. Уже механизм работает. Ничего, говорит. Ни вы не делаете, ни я, говорит, не могу сделать. Машина запущена, но границы не установлены. Как? У них там, говорят, все, вот все сделал. Сейчас землемер был, только он в накладку сделал для спора. Но мы спорить не будем. Если просто, если... Просто тот вход этот, до дома. И ему хватило бы, но видишь, здесь идет так, что она даже и здесь. Мне нет. И там, чтобы заходить надо. Нет. А просто можно разрешить. Здесь и забила вход с той стороны. Можно, дом, но она не хотела. Другое. Теперь уже а эта ограда вся. С той стороны, нет, может, как мы ее знаем, уже все. Все, ну и все, и тогда все. И мы разошлись, и все по-мирному. Ну, просто мы больше с ней ничего не будем. Строились, я у сестры взяла 70 тысяч. Мне ни копейки никто не отдал. Я сама на свою горбу. Ну это вы уже сами дальше продолжаете, мы не знаем. Наше дело. Ну пускай на штаты, давай мне хоть одну копейку на лес или нет. А как дальше? Это ваше дело. Мы там не жили, мы деньги не давали. Кто давал, мы не видели, мы не были. Что нам давали? Мы знаем, лес возили. Что руки рвали все. Руки на этой глине рвали все. Нет, дело вот не так. Ну, можно было по-хорошему. Действительно, вот изначально, когда мы просили, матушка, давай вот по крыльцу вот это вот все, вот так отгороди, это да было. Слава если Богу! Бы, ну да, хорошо, что это выявилось раньше. Слава я тебе, Господи, скажу. Что на этой потому стадии остановился. Потому что с тобой это очень все. Опасный мир какие-то дела. Ты настолько непостоянная. Утром говоришь одно, в обед другое, вечером третье, можешь сказать. И ложь, и ложь, и ложь везде. И везде эту ложь ты распространяешь, и это в Корчино ездим, говоря там, а вот матушка, а кто, говорю, матушка, тот, это матушка, и вы ей верите, говорю. А вы сами других-то спросили. Вот извини, но вот это вот, не хотелось бы много говорить, но просто, знаешь, это, сама себя поставила, извини. И вот спроси, с кем ты вот здесь вот живешь, и с кем бы ты не конфликтовал. Да с кем, скажи, покажи. С кем, да со всеми, со всеми. Ладно, в конце экрана не будет. Все, ну все, ладно. Наш вопрос решен. У кого что есть? У меня есть то, что разбирать еще не надо. Так второй вариант. Не подкал. Все, ничего больше, если что? Делать в другом месте, раз она по-другому. Я просто матушку знаю. Когда она с дома сделает, добрее ее никого нету. Так, она последняя может отдать ей. Все понятно. И она насыпет столько, и меду даст, и при ребятишкам на наш лагерь отпустит это. Но, когда она... Сдумает. Это не постоянство вот это. Вот я ее все время обличал. Я говорю, ты приходишь в церковь отдохнуть. Только села и уснула. Села и уснула. Отсюда все состояние-то идет. Все правильно. Ну и как делать? Ничего не надо. Я так как бы развиваю эту теорию. Да. Она решила сделать добро. Она добрая. И она решила это делать добро совершенным. Оформить землю, а все оформить. А внутри себя она имеет. Я это сделаю. И тогда вот есть... Большая греческая свадьба, когда он на день ну, свадьбы достает документ, ну и показывает, он уже дом построил им отдельно, и показывает документы, ну все документы, они не знают, как его целовать, отца. Греческая свадьба, помнишь, что было где? Да, он, на день, я говорю, матушка, видимо, решила так сделать, все, форме, все расходы взять на себя и сделать дарственную. Дарственное нельзя делать. Ну нельзя сделать там завещание.
А сейчас туда... Завещание оспаривается. У нее родственники с той стороны. Это не имеет значения, она может... Имеет, оспаривается, уже, разделят на нет, юристов уже спрашивали. Знаете, не спорь, не надо. Уже все это... Уже нет, она может завещать на колхоз. Да? Да какой колхоз? То есть она может завещать сегодня на президента. Ну ладно, Игнатий, ага, ну дальше. Валя, еще раз говорю, пускай, она решила это дело сделать совершенством. Ладно, завещание или как, но скажешь, позже туда ноги не ложу, ты молодой человек, потеряешь костройство, но не буду же делать, чтобы молодой человек приехал, я бы его выгонял. Да. Я вот какой первый вариант разыгрываю. Угу. То есть она решила сделать дело доброе, совершенство под ключ, как говорят, сдать. Такое или нет? Я не знаю, я дорога ехал, размышлял. Ясно, что ей это не надо, здесь живет батюшка, она законная жена. Тут всего хватает, много гостей, ее никто не зазирает, это ясное дело, что ей там не нужно, тем более еще калашников там она покупала. Но когда она покупала, люди съезжали дома, я ей великую благодарность говорю. Не успели у Миши-то, баню уже сломала, сейчас иди строй. Она бы не перехватила, у Вити бы не было. Ей за это еще, говорит, один поклон можно сделать. Ну а с осень тут даже говорить не надо, что скрытый документ был, знали все. Его огорчили, Ося, тебя Господь испытывает, ты меня послушай, ни одного гвоздя никуда не девай. Тебе Господь позволит, средства у тебя будут, и я тебе говорю, не на ветер слова бросаю. Ты молодой, пройди на четыре конца, можно за Любой строиться, можно за Андреем выкорчивать деревья прямо. Тетка Пелагея где была, и можно на Рыжковском пруду, я его еще останавливать буду, где угодно. Хорошо. Мы нашли. Только не трогай домик. Сейчас. Он сгодится. У матушки по-другому повернется все, и она скажет, немножко хотела вас испытать, какая у вас вера, ты увидела, что слабенькие вы, а меня обвиняете. И видишь, а вот ее как можно сейчас больше ей как-то добра делать? Ее расположить, она махнет рукой, туда ноги не положит даже. Я такой вариант разыгрываю, но возможно это? Возможно, если враждебно, он будет настроен. А ты сер, как в той басне. Он очень враждебно настроен. Витя вот оформлял. Дом, я сейчас его без Вити скажу. Такого горбатого могилы исправил. Он оформлял-то, Володя, вот этот домик, Витя, я не знаю, 1040 или 45 обошлось. Но я к ним пришел и сказал, Витя, ты не можешь этот дом выкупить, я тебе даю 50 тысяч, при условии, что жена домой ездить не будет. Если поедет, деньги вернешь. Согласен? Согласен. Ну а дальше-то понятно, как история получилась. Теперь я скажу, Витя, деньги мне можешь не отдавать, а те расходы, которые на доме кто сделал-то, погасим и все. На твоего там уже ничего нет, так все равно ты там жить не будешь. А тут Володя, ясно, что не я буду жить, я только развожу это дело. Это лагерное, три усадьбы – это лагерь. Мы сегодня заехали, ездят в холодную погоду ночевать, где кино смотреть, ну и где помолиться и прочее. То есть я с этой стороны рассматриваю и вижу, что все может быть. А построиться, вы считали про Лыковых, как на них там красно-белое наезжали, они отсылали на три недели, искали в тайге где? Нет, ну это не надо говорить, вот так. Потому что это абстрактно, это для нас сейчас не подходит. Ну не ломать. Подходящее. Значит, не ломать второй вариант, какой строится? Строится. А это то, что затраты он вложил? Ничего, туда. Они никуда как? Не денутся. Как? Нет, ну а как? А он-то с чего будет строить? Я тебе сказал, будет строить. Так а ты знаешь, какую сумму теперь войдет? Ну, это я... под 500 тысяч. Володя, пока разберешь, половина... Не надо. Очень аккуратно можно разобрать. Нет, хорошо. Этих не будет. Не будет надо, все нормально, не надо. Вы меня спросили, я даю совет. Посчитай, сколько у тебя ушло на доски. Свой труд, конечно, посчитай. Ты его не считай, потому что мы везде делаем много. Машины чужие вытаскиваем. Тебе эти деньги будут на стол завтра. Завтра. Покупаешь доски, выбирай место с благословения родителей, на матушку ни слова больше, чтобы не говорить. И все скончилось. И благословенно, чтобы за друга молиться, и все. Не говорить ничего, просто мы с ней ничего не делаем. Ну просто тихо, съезжаем, все. Мы ничего не говорим, значит, никаких дел не имеем. Мое предложение такое, если вы говорите не ломать, тогда выкупите эту цену, дайте ему столько, чтобы он знал, на что он рассчитывал строить. Ну, сколько стратил на этот домик? Вот 250 он истратил, да. 250. И, как правило, еще за труды. Я труды, вот, допустим, нет, труды не считаю. Как? Ну, как? Мы работали все время. Ну, еще, потом просто... Андрей сколько? Это тебе жизнь печку. Продлила, ты работал. Подожди, жизнь у меня, жизнь продлевать у меня свои работы. На свежем воздухе, около полчаса. Володь, сейчас будет разбирать, если оно вместе строить. То что тогда за это... За разбор это кто будет платить? Из вас новое строение. Какие строения? Мы разбирать будем. Что, вы что ли? Вы здесь ничего. А у Миши разбирали 15 тысяч. Ну а при чем здесь ты? Вот то, что он сказал. А Миша просто материал, возместить материал, на новом месте строить будет. А ты здесь будешь разбирать. Какой строить? Мы будем не.
это самое, мы будем также еще опилки подкупим и то же самое будем делать. Продолжать. Делать это только не трошь. Это, я сказал, я этот домик выкупаю за материалы. Это мой будет домик, я его выкупаю. И пусть он стоит. А дальше дело покажет. Я на Бога надеюсь. Если выкупает, у нас сейчас едет человек, поселяется сейчас. За труды там, да все. Нет, вот подумай, интересно, если что-то брал. Ну ты будешь ломать, тебе за труды, за те, что строил, кто-то заплатит или нет? Ну ты сейчас начнешь сегодня разбирать. Благо, что если это мы делали, да братья делали, а если бы так нанимать, как ты думаешь? Если бы, да, а если бы нанять чеченскую, там армян-то все. Подожди, подожди, а ты считаешь... Батюшка, подожди, а ты считаешь, что труды вот это просто, это так просто? Тоже ради Христа у каждого свои задыхаются в трудах. Я видел, как вы решили, Володя, однако кто кого перетянет, тебе надо до сих пор не решили. Володя, я строитель, ты знаешь, я решил дом это, сей, я не знаю, я всю жизнь с отцом и сам строил. Ну, с отцом, не знаю. Ну, а что говорить-то? Не ломать. Не надо ломать. Не ломать тогда конкретно надо, как быть? Хорошо, сегодня вечером я выкупаю. Так, все. Все, значит, на какой же я дал слово не говорить. Хорошо. Мира разъехалась. На какую сумму он будет? А? И Володя, посчитай оговорите сами. Посчитай цемент, посчитай опилки, посчитай железо наверху. Все, что есть, труд не считать, потому что труд, зачем труд? Мы сами делали. Ладно. У меня еще один... Так, ну ты мне веришь? Я вам верю. Но вот один момент. Почему хотели разобрать? Потому что он, во-первых, недострой. Его нужно обшивать срочно. Ты обошьешь потом, обошьешь. Я тебя попрошу, ты меня обошьешь. Он потому что будет кошница. Это один, потом окна. Мне окна делал Андрей. То закажешь. Это было, ну как бы человек тратил на меня время. Он все, еще раз. А то он взял ради меня. Он в машине взял у меня, знаешь, какую решетку? Андрюша добрый. Нет, это он для меня делал. И я хочу из опилка бетона также делать. Это очень дешево. В общем, не ломать. Не ломать. Если непонятно, сколько потратил, сверху еще 10 тысяч положу. Окна посчитать. Вы сейчас разговариваете, будто бы как-то... Приехал какой-то коммерсант и покупает. Говорит, как легче из этой ситуации выйти, помочь. А ты начинаешь только сколько время затратили. Он только рассуждает, вы оставьте его. Но если дело он выкупает, дело другое. Я покупаю, сегодня вечером. Это совсем другое. Сегодня вечером. Оставьте, а он на что будет? Он сказал, что за материал все заплатил. А ты давай сколько времени за труд. Цемент, все, я тебе плачу только за твой материал. Сегодня тебе и домик этот мой. А потом я буду просить, чтобы маленько подделали его. А кто-то приедет, мы новому человеку дадим. Потеряевка должна строиться, не ломаться. Я ломать не собирался, я его разобрал. Да, вот сейчас это то, что... Отец, разогни нас. Да, Бог с вами. Я говорю, что сейчас вот он... посчитать сегодня мне счет. За рамой, а рамы очень дорогие он сделал. У него все написано, я ему говорила. Не того же, что делают, дорогие, прям ты хочешь позолоченная каемка. Зачем? Деревянные это... Ну стоит 12-16, вот я заказал окна, 16 тысяч одно окно. Ну, вот именно. А что? Они такие дорогие. Ну а что это не... Ну как стоит, дешево так и стоит. Интересно. Ну, дядя Игнатий, еще один такой момент. У меня, я лес покупал, и часть сарая лежит там на обшивку, на внутреннюю. Ну ты оставь его, не трожь заново. Я его не трогаю. Не трогай. Все. Потом мне этот лес, только тоже не трогать, который он купил. Я кого попрошу, они закончат, и домик этот будет мой. А нынче приезжает кто-то, я ему подарю его, и все на этом. Здорово. Вы сколько опилки сеяли, тебе тоже за все? Нет, они опилки сеют, и решето. Володя, вот так сеет себя, ты вот так, я до сих пор не решили, кто главный. А, Геннадий, еще насчет трубы. Я у Алексея брал временную, вот эту железную. У меня лежит кирпич, я хотел кирпичную выводить. Ну что-то надо делать, без трубы не начну. То есть я должен вернуть Алексею эту трубу. Да попроси его выкупи. Нет, на его самому надо. Ну тогда доделать надо, чтобы постоянно было. А кирпича этого хватит, нет? Чтобы там можно положить, приезжать человек. Нет, доделай, за трубой заплачу. Нет, подожди, ну а если труба... Сегодня мне счет представь мне и скажи, я приду, деньги сегодня отдам. Нет, труба, ну а где Лешка будет брать? Ее отдавать надо. Это отдавать, это Лешка для себя готовил, зачем? Ее отдавать надо, трубу. Он отдаст, ну сделайте другую, какую можете. Какую? Ну он для себя хотел, это зачем? У нас нет трубы. А дальше ему отдавать надо, как он жил без трубы-то? А с кирпичем? Ну сделать с кирпичами, я заплачу за кирпич. А кирпич надо покупать? Ну я ему деньги дам. У него, ну это дело, у него не хватает. Там деньги на кирпич, чтобы человек приедет, который нынче, чтобы мог зайти и жить ночевать. Все, какие у которых приехать претензии, не будешь выгонять его там? Нет. Нет, все. Я выкупил домик. Ну, смотрите. Ну и все. Батюшка, благослови нас. Бог, батюшка, любовь благословит. Давайте помолимся. Ну, это ты. Приятный разговор.
разговаривали 2 дня назад. Об этом говорили? Я тоже говорил. Ну, вот и все. Ну. Матушка, ну, она добрая, она просто старается больше добра ей делать. Да. Благодарю. Благодарим тебя, Христе Божий наш, за твою милость к нам, Господи. Будь милости, если угодно воле твоей, Господи, благослови, чтобы селение наше было благословенно и в последующие дни, как ты благословил нас до сегодня, Господи. А все эти, Господи, искушения, дай нам, Господи, принимать их с благодарностью тебе, Господи, и переносить их, Господи, смиренно мудрой и кротости. Тебе, Господи, за все милости к нам, слава тебе, благодарение Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне Христос. Костя, свободное время здесь. Доведи, чтобы человек приезжающий мог там спать. В таком состоянии. А сам пока живи, а если надо будет, переведем. Сегодня вечером мне счет представь. За кирпич, за трубу, за все. Слава тебе, Господи. Матушка, благодарю. Благодарю вас. Я очень рад, что побывал у вас, поговорил. И меня тоже фотографируют.